126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией подтверждено в Чувашии. Два пациента выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением находится 1076 человек, 159 госпитализированы. Об этом депутатам на сессии Госсовета в режиме онлайн сегодня сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов. Анализ сложившейся ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией указывает на ведущую роль завозных случаев из Москвы. Это порядка 40% случаев. Случаев завоза из других государств всего 3. Один из Бразилии, 2 Доминиканской республики, остальные лица контактные. Также сформировалось 2 очага новой коронавирусной инфекции, находящихся в подъездах Минздрава Чувашской республики. Это 2-я городская больница, 8 сотрудников, 17 пациентов, и городской клинический центр, 10 сотрудников. На сегодняшний день пациентов в городском клиническом центре нету. Все они изолированы. На карантинных мероприятиях также находится терапевтическое отделение Урмарской центральной районной больницы, где был выявлен пациент с новой коронавирусной инфекцией, но он своевременно переведен в больницу скорой медицинской помощи. Анализ сотрудников и пациентов центральной районной больницы показали отрицательный результат, что радует. По истечении карантинного периода ограничения будут сняты. Вся работа по обследованию работы медицинской организации пациентов проведена.